Сейчас мы снимем продолжение фильма «Безмолвный крик» и наглядно покажем, что аборт – это убийство, а яичница – это аборт. Фильм называется «Безмолвный писк». И сейчас мы в прямом эфире сделаем аборт и убьем нерожденного цыпленка. Вы увидите, что это живое существо, что он пищит, когда его убивают, и он бегает по раскаленной сковородке, пытаясь убежать. Он не хочет вытекать из яйца, поэтому даже неоплодотворенное яйцо – это живой цыпленок. И яичница – это аборт, а аборт – это убийство. Вот, видите, он побежал по сковородке. Вот он из яйца не хочет вытекать. Сейчас мы еще одного цыпленочка убьем. Ну, сейчас мы его вытечем, сейчас мы его заставим вылезти. Вот, он бегает по сковородке, вот они двое бегают. Вот смотрите, какие страшные кровавые кадры. Живой цыпленок жарится на сковородке. Вы можете слышать, как он кричит от боли. Но теперь ты поняла, что яичница – это аборт, а аборт – это убийство. Я теперь поняла, что яичница – это аборт, а аборт – это убийство. Я обязательно об этом расскажу всем своим подругам. А будешь просить по утрам, чтобы я тебе яичницу готовил? Буду. Но ведь аборт – это убийство, а яичница – это аборт. А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. Я хочу жрать.